Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами на севере Израиля, на Голанах. Мы посетим спящий вулкан Фарис, обзорную площадку на краешке Голан с видом на слияние ручьев Ярмух и Ракат, древнюю синагогу, источник канав и маслодавильню. Так вот, почему я выбрал для нам сегодня этот вулкан? Потому что тут есть карьер, называется карьер Мирон Голан. Устроили карьер кибуца Мирон Голан, и они берут вот это все на стройматериалы, в первую очередь на стройматериалы и на добавку в асфальт куланов, причем находят тела людей. Почему они не убежали? Они что, не видят, что там огненная река к ним течет? Они были отравлены газом. То есть сначала спустился газ невидимый, поэтому они не убежали. Они просто не поняли, что им надо бежать. И они уснули. А уже потом их засыпало горячим пеплом. Так оно было. То есть сначала выходит газ, потом вулкан начинает выстреливать из себя вот эти камушки. Они вылетают пеплом мельчайшим и вылетают камушки. Они поднимаются на высоту 8, 10, 12, 15 километров. Но пепел куда-то может унести ветром, пока он поднялся. Далекий Хермон со снегом. Обратите внимание, май месяц и снег на Хермоне. Это вау просто. Такая растительность на Голанах возле потухшего вулкана. Голанские высоты на протяжении столетий служили ареной драматических событий. Волей судьбы это место кровавых войн и жестоких сражений оказалось стратегически важным. Господствующие высоты и перекресток торговых путей были лакомым кусочком как для древних империй, так и для современных государств. На голанских высотах хорошо заметны шрамы далекого и недавнего прошлого, от древних развалин и крепостей до минных полей и изрешеченных пулями домов. Тем не менее, путешествие по этой красивой, дикой полоске земли с трудом представляешь, сколько насилия она видела на своем веку. Ой, какая красота! И уходить не хочется-то отсюда. Что-то необыкновенное, мистическое. Безмятежный пейзаж, горы, плато и реки – настоящая жемчужина Ближнего Востока. В Библии пишется о львах, которые здесь когда-то обитали. И путешественники даже в новое время говорили о львах. А теперь уже мы переносимся в 20 век. До 1925 года на Голанах были дикие медведи, серый сирийский медведь. Да, меньше чем 100 лет. Еще 90, получается, 7 лет тому назад, можно было увидеть дикого медведя на Голанах. Но их не осталось.
из крупной живности. Кабаны, конечно же, есть, но кабанов у нас везде много в Израиле. Да, это цветочки, это не просто точки. Это маленькие беленькие лютики, которые прекрасно себя чувствуют не на земле, а именно в воде плавают. Ну а сейчас мы с вами посещаем Дир-Азиз. В переводе с арабского означает монастырь. Дир-Азиз – это комплекс исторических построек, относящихся к византийскому, аббасидскому и мамлюкскому периодам. Включает в себя разрушенную синагогу, остатки старых водосборных сооружений и современный бетонный бассейн для сточных вод. Сюда также входят руины каменных домов древних поселений. Археологи нашли несколько маслодавилин, то есть небольшая фабрика, а просто труби, жернова, где размалывали оливки в этой части. Дома и ниже, и выше, и в той стороне. То есть мы сейчас в центре поселка, и это общественное сооружение. Самое большое здание в поселке. Ученые раньше считали так. Какой-то человек, несущий кувшин воды, не называется имя, не говорит ничего. То есть вы должны его опознать. И ни в коем случае не бросать. Можно так верить в имя. Никаких разговоров, никакой речи не будет, если вы знакомы или не знакомы.
А сейчас мы направляемся на семейную ферму к семье Тальман, которая в 1997 году переехала из пригорода Тель-Авива в дикую и прекрасную природу региона Галилейского моря и начала сажать оливковые деревья, создав уникальный производственный процесс. Они занимаются производством оливкового масла и косметики «Алея Эссенс». В комплексе нас встретили очень радушно, показали фильм о производстве масла и косметики. Мы совершили здесь экскурсию и пообедали. Да, это здесь вся семья Тальмон представлена. Это Авнар Тальмон. К сожалению, Смодар, вы потом увидите там в магазине на... В коробочках есть ее фотографии, это Смодар, это Натали, дочка Авнер, это ее муж. Это довольно-таки известная в Израиле певица Джейн Барто. Ее зовут на самом деле ее Дарон Тальмон. Может, кто слышал песню «Эй, Хэпшар»? Полминутки поделать вот так вот пилинг и затем смыть водичкой и увидеть разницу. Почувствовали? Пожалуйста. После пилинга мы все посетили магазин косметики и продуктов из оливков, где была возможность все попробовать, потрогать, испытать. И каждый приобрел все то, что он хотел для души и тела. Ну а здесь мы отдыхали и кушали за этими столиками. Но в этих цистернах или баках хранится масло. Ну а сейчас мы покидаем это радушное место и едем на новое, на красивую смотровую площадку. Мы находимся сейчас на самом краешке Голан. И перед нами вид на слияние ручьев Ярмух и Ракат внизу, а дальше вы видите Сирию. Перед нами Сирия, все как на ладони, и мы почти на самой границе стоим. Виды здесь очень красивые. Я думаю, что это просто рай для фотографов, для настоящих фотографов, у которых настоящие фотоаппараты, а не телефон, как у меня. Но все же хотелось хоть немножко запечатлеть. Посмотрите на небо, как красиво парит в небе аист. Союзники думают, как обмануть друг друга. Это несчастная страна. Но алавитов, то есть верхушки сирийской, до войны было 10% населения. Они были сотников студентов, и с этого началась гражданская война в Сирии. Дыра это всегда была анти-асадовское вот это вот место, самое главное в Сирии. Эта война, фактически активные действия закончились тогда, в 2015. Как-то она еще не совсем затухла. И получается так. Эта часть суннитская. Сунниты есть разные. Ярмуху только вот в помощи. То есть получается здесь такой вот.
получается так, Иордания, Израиль и сирийский клин. Вот он, когда обработали. Это сирийский. И вот это, получается так, рука за ракадом. Самая нижняя часть пещеры, где, собственно, среди зелени течет этот ярмут, это еще ниже под нами. Все ниже. Но получается так, вот это плата Иордании. Это государство Иордании. И впадает в Иордан. Половина ярмуха. 10 километров. Смотрите, какой красавчик. Колючки, как будто бы зигзаг молнии. Барак молния, отсюда Баркан. Есть гора Баркан, есть промзона Баркан, есть винодельня Баркан. Но все, Баркан вот от этого чертополоха. Ну что ж, друзья, нам пришло время прощаться. До свидания. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.